Цикличность идет уже при мысли о зачатии, планировании беременности, да? И мы этот этап пропускаем, переходим на младенческий, при рождении. Какой ведущий вид деятельности в период новорожденности? Непосредственное эмоциональное общение. Как к игре и игрушке мы можем отнестись, зная, что у ребенка ведущий вид деятельности какой? Эмоциональное общение с кем? С мамой. Чем хороша система Марии Монтессори, что в игрушке уже заложен принцип самоконтроля и ликвидации, профилактика ошибки. Не взрослый подходит и начинает говорить, ты неправильно это сделал. Позиция над дальше. У них повышенная потребность к восприятию информации. Сейчас у нас обилие гаджетов, да? Целостное восприятие на образах, высоко развитая интуиция. Заметили за своими детьми? Интерес к рекламе, который отличается динамизмом. Почему рекламу любят? Почему трейлеры любят смотреть? Динамизм, да? Яркие вспышки. Если вы возьмете нормативы 90-х, даже 60-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов, то переворачиваться ребенок и голову держать и сидеть, он будет что? Ребенок 21 века, рожденный сейчас. Намного раньше, чем по этим нормативам. Согласитесь. Вот вы, дорогая моя, 10 лет ребенку старшему, и сейчас 3 года. Вы видите колоссальную разницу. Даже в анатомофизиологических особенностях. Да? Вот. Посмотрите, какое у нас облачко к нам прилетело. Да? Мы его поднимаем, это облачко, и что делаем? Опускаем. Здесь, посмотрите, ребенок очень активный, ему очень сложно стоять и что-то делать. А когда вы ему в руки даете какой-то предмет, он может весь крутиться, вертеться, но он будет стоять, да, и выполнять действия. Какую игру мы можем здесь придумать с этим действием? Мы можем поднять, поднимаем, я забегаю что? В центр, да? И выполняю действия. Да. Например, я говорю, я рада, что я вас всех приветствую, да, игра и игрушка – это основа полноценного развития.